18 февраля стало известно о смерти звезды советского кино Андрея Мягкова. Он скончался у себя дома от острой сердечной недостаточности. Его обнаружила супруга Анастасия Вознесенская и тут же вызвала скорую. Однако медики уже ничем не смогли помочь. Артист известен по своим ролям в таких фильмах, как «Служебный роман», «Ирония судьбы» или «С легким паром», «Гараж», «Братья Карамазовы», «Жестокий романс», «Коллеги», почтили память актера, отметив, что с ним было невероятно легко в кадре. Например, Лия Ахиджакова, которая часто работала вместе с Андреем Мягковым, вспоминала, что с ним можно было долго не готовиться к дублю. А вот Лариса Гузеева, которая снималась с артистом в «Жестоком романсе», отреагировала на смерть коллеги довольно странно. Она буквально взорвалась. «Я не в курсе», – выпалила знаменитость, когда ее попросили вспомнить что-нибудь о работе с Мягковым. Звезда отказалась разговаривать с журналистами и тут же бросила трубку, пригрозив заблокировать звонившего. Стоит отметить, что Лариса Гузеева в целом остра на язык. Она регулярно вступает в полемику с подписчиками своего инстаграм-аккаунта. Многие поклонники недовольны, что знаменитость позволяет себе грубо высказаться в комментариях. Напомним, Андрея Мягкова похоронят на Троекуровском кладбище. Церемония прощания со звездой советского кино пройдет в субботу, 20 февраля. Гражданскую панихиду проведут в Московском художественном театре имени Чехова, где актер служил с 1977 года. Вечная память! Благодарю вас за просмотр. Делитесь видео с вашими друзьями. Пишите ваши комментарии. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе самых последних и актуальных новостей.